Я не волшебник, я только учусь. Но я знаю, как украсить скучные стены квартиры, да и любого помещения, лазуревым небом и зеленой лужайкой, городскими пейзажами и сказочными сюжетами. И это может сделать каждый самостоятельно. Чтобы маленький мир вашего дома или офиса засиял радостными красками, нужно немножко фантазии, несколько часов труда и шелковые обои «Силкпластер». Эти обои могут показаться непривычными. Еще бы, нет рулонов, которые нужно вымерять, нарезать, подгонять и клеить. Все, что нужно, пакет шелковой штукатурки и вода. Разводите, перемешивайте, а далее творите, выдумывайте, пробуйте. Любой человек может нанести с помощью пластиковой терки на любую поверхность, будь то стены, потолки, арки или колонны. Поверхность получается бесшовной. Также материал обладает дополнительной звуковой и теплоизоляцией. А еще они не отклеиваются из-за изменения температуры воздуха и влажности, скрывают дефекты неровных стен, не впитывают запахи, не выгорают на солнце. Даже свежее покрытие силкпластер при нанесении не имеет запаха. Поэтому на время ремонта можно не покидать квартиру. Вам не понравилось нанесение или не получается с первого раза? Ничего страшного. Снимите слой, пока декоративная штукатурка не высохла, а потом нанесите ее заново. Если готовое покрытие случайно повреждено, на нем нарисовал картинку ваш малыш или кот поточил коготки, не отчаивайтесь, исправить это легко. Стена как новая. Силкпластер – это российские обои из экологически чистых материалов, шелкового волокна и целлюлозы. Они отвечают мировым стандартам и являются лучшим выбором для тех, кто заботится о здоровье своем и своих близких. Уже 17 лет шелковые обои Силкпластер завоевывают российские и мировые рынки. Их качество оценили в 42 странах. Они отмечены международными дипломами и наградами на самых престижных конкурсах и выставках. Сегодня качество Силкпластер можете оценить и вы.